Поиски ремня продолжаются. Эпопея с ремнем. Если хороший. Да. Реально хороший. Сколько реально слов? Хороший. Сказали 7 слов, но я хочу заговориться на 500. Вот этот большой такой, более чем мягкий. Да. How to get it off? Get it off. Open. Это хороший, правда? Я размерчик понял. Главное, что он еще большой. Just with print like this on print. Just like level like this, but with the print like this. Do that. Print. I like with the other. Link. This what? What? Print like that, but this one, with print like that. No? This is leather, no, this is expand leather. Those are canvas. Canvas, oh. That is white. Okay, this is leather and those are canvas. Okay. Can you make, I like this one, can you make this 500? I will take, big one. Все, вот это сколько у них получается на их книге? 50 долларов? А, нет, 25, да? Примерно 30. Где-то 30, наверное, да. Ну, давай себе. Сейчас Олеся Евгеньевна точно скажет, сколько 500, это будет. 500 лет, да? Да. Алло! Кто-то inside? Yeah. $25. 25. Нет, тут просто высокий, межбанк. Центробанк, если верно. Хороший ремень. Хороший ремень, да. 25 баксов. Хороший ремень. Хороший ремень. 25 баксов? Да. Ну, нормально. Как ты и хотел. Ну да, примерно. Да, ну зато здесь кожа с двух сторон. Нормально, все. Все, теперь есть. Thank you. Thank you very much. Да, дальше. Завезли осенние и зимнюю одежду, пуховики, вот такие шапки. Ну, вышли. Да, сейчас на другой рынок пойдем. Вот, да. Смотрите, шапки. А там ой, конец, да, получается. Йоу, ребят, там конец получается, где мы были или что? Да, там уже выход. Да. То есть это небольшое здание? Здесь основная масса, это вот это, вокруг него. Да, завезли вот зимнюю. Сколько по нам завезли? Я вообще себе это смотрел. Ну хоть ремень нормальный нашли, ребята, я так рад. 18.68 сейчас курс. На 20. Вот, смотри, Мираба. Блин, какие хорошенькие вообще. Качлира. Это, кстати, весело, 80. То, что 80 футбол... лет, да? Это, кстати, весело, то, что футболка из Диор стоит столько же, сколько дешевле, майка чем кошки. В H&M. Да, дешевле. Вот, смотри какие. Ёк-макарёк. Какие хочешь. Кашлера. 80. Это как-нибудь купить надо.
сейчас мы пойдем на открытый рынок, где продается куча всякого барахла. Где закупаются в основном приезжие туристы, да? Ну и немного турок. Тут, если знать, то можно очень выгодно купить всякие вещи. Например, носки, трусы, шарфы, маечки всякие, футболочки. Сейчас посмотрим, как изменился ассортимент с лета, по сравнению с летом. Ничего себе, сколько шарфов. Пока мы проходим кучу платков. А вот пижамки теплые по 150 лир. Вот этого дядьки, наверное. Ну, Никиты продолжается по шопингу. У него сегодня шопинг-припадок. Да. Я сегодня уже купил то, что я не собирался. Не, собирался, но я не думал, что это. This one, this is yours, this one is yours, Kobe. This is yours, this is yours, this is yours. Oh. Mohamed, Abones, Abones. Oh. This is yours, Lakers. Come on. Lakers jersey. $250, да? 200. 200? 200. Это, по-моему, мама покупала здесь платки себе, да? 200 лир. 200. А там было? 450. Вот так вот. Надо все пройти. Lakers. Yellow. Okay. А там мы смотрели, там было... Те маленькая. A few moments later. Колобалык. Очень людно в будний день. Тоже пижамы теплые, вообще толстые, 180 лир. Евро. How much for night? Okay. And you got this for how much? How much? Никита оббегал весь город, ищет носки 44 размера, а везде максимальный 42. Но здесь есть же. Oh, one size. This nice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
12 так. О, это нормально. Я искал носки. Они здесь есть. Неплохо. Сколько стоит? 150 за пачку, 12 да? штук. Это, ну, это дешево, нормально. Да. Извини, пожалуйста. Sorry. Sorry. I like this one. Can I? Сейчас мы полчаса будем выбирать носки. А, ему нужен 46-й размер, а не 44-й даже. Смотри, тут Роман Рейнс работает. Yeah, like that. Натуре. Роман Рейнс. Так похож. Да. You are sure, right? 46. Окей. Он сказал, что типа 44-й это то же самое, что 46-й. 44-й, они всегда идут, не размер в размер же носки. Если, допустим, вот у меня размер 35, 38 носки идут. Да, да. У Вовы там 40, 42, 44, 46 идет. Тогда он... This size 41, 44, right? Вот эти тянущиеся, видимо. Hours later. Start size 36, standard size. Standard. Standard size. Yeah. Not 44. You're 44, yes. No, I mean my size 46. This is not standard size like 41, 44. This is 46. Roman Reigns. Да. It's a one size so for between. There is something for 40 and a 46. Starting at 40 and finishing at 46. This one the same, yeah? Yeah, it's the same. Yeah. Okay. Yeah. Thanks. Okay. Then okay. $150, right? $150, yeah, right. Yeah. Thank you so much. Thank you. Have a good day. Так, носки купили. Вот единственное, что неудобно на этом рынке, что здесь разъезжают машины и мопеды. Надо постоянно лавировать. Так, детские нарядные платьишки по 200-250 лир. Короче, завезли кучу теплых пижам, теплых кофт, да? Халатов еще. Они любители халатов с чесами. Толстовок, Олимпик завезли, ага. Еще много. Пальтишки вот тут завезли. Ага. Плащи. Вон, видишь, бэйв, типа плавающий магазин. Иди сюда, друг. Иди сюда. Иди сюда, пожалуйста. Дворецкий, давай. Это из Леброновского фильма, но, знаешь, мне вот этот стиль даже больше нравится, чем который был в оригинальном Леброновском фильме. Ну вот, Лейкерс. Так
Смотри, тут вообще завал, конечно. Ёк-макарёк. Чего здесь только нету? По-моему, был портрет. Ай. Не просел, раскрыл, крите. Куртяшечки здесь вот хорошего качества, зачетные. North Face. Ну, неплохое качество. Dolce & Gabbana вообще прорезиненная. Продуваться даже не будет. Канада Гус. Ну, тоже неплохой. Пошито неплохо. Как для Канады Гус. Еще этот магазин находка. Здесь все. Причем хорошего качества копии. Так сразу и не скажешь, потому что вот здесь у них куча спортивных вещей. Такой заходишь. А здесь куча копий. Что, нормального качества? Здесь, а вот это хреново или... Let's look this one for XXL if you got. Maybe I have to. У них есть эта гребаная рубаха? Есть, да? Вообще тут все висит, то, что лежит на полках, если что, всегда. Like this XXL. А где ты видишь, что она висит? Тут нет ее. А, нет, вот она, справа. Это, конечно, быстро отвалится. Ну да. Здесь вот это? Я здесь XXL. Здесь XXL? Это сзади. How do you understand this? Давай, дуй. Сань замочек. И кофта к нему еще есть. Да. Да. Вещь. Ну, качество хорошее. Да. Внутри он жесткий. Снаружи он нормальный, внутри он жесткий. Облегает? Нет. Или имидж есть? Я с ними. Эмер, дыхи. Да,
К лицу же мне? Да, к лицу. Тебе желтый идет, желтый и красный. Ну это совсем лето. Ну она летняя, да, совсем. Синтетика. Это хлопок с синтетикой смешан. Да, да, хлопок с синтетикой. Ух ты. Let's see. Покажи. Вау. Гангста. $700 Art 890 for this one. Okay, I understand. You paid for this one. I understand. Okay. You understand now? В общем, мы нагулялись на Гранд Базаре и по рынку. Скупили. Вот, скупился человек футболками. Мы проголодались и теперь идем тестить местную бургерную. Называется Бирбургер. Я прочитала отзывы. Там пишут, что вкусная картошка и вкусные бургеры по невысоким ценам. Мы предложили Никите поесть кебаба, но он не хочет мяса. Да-да, не удивляйтесь! Поэтому идем есть бургеры.